Вместе с тем, судоходная обстановка в этом году обещает быть непростой. Об этом сообщил главный инженер администрации Ленского бассейна Андрей Сахаров на совещании правительственной комиссии Якутии по организации перевозки грузов. С 3 мая суда начали движение по маршруту Усть-Кут-Киренский-Чора. В Якутске судно начнут курсировать сразу после прохождения льда. Отметим, что в этом году ледоход проходит почти на неделю раньше и при экстремально низких уровнях воды в реке Лени. Этот фактор может серьезно осложнить навигацию. Как заметил Андрей Сахаров, повторяется прошлогодняя картина. Вода в реке ниже многолетних уровней на 4 метра. В настоящее время в поселке Витим идет ледоход у нас. Если все у нас пойдет хорошо, то дня через 4 у нас путевицы выйдут верхние участки обслуживать. Нижний пока рановато. Ну и там далее будем смотреть по обстановке. У нас судоходная обстановка будет выставлена, а в связи с навалами льда на берегах существует вероятность, что будет вторая волна паводка, возможно, снесет лед и, естественно, будут потери навигационных знаков. Вот это самая неприятная ситуация.